же, всем привет, дорогие друзья, с вами Скайтор и Фрейс. Привет. Ну вот, это уже 64-й выпуск Малогварда в Майнкрафте. Ну что же, мы с Фрейзом подготовили вам церковь. Да, вы написали, а мы воплотили. Мне вообще уже давно писали насчет церкви, очень давно писали построить церковь. Ну, я как-то пытался построить, потом забил про нее, и все же, Фрейс сказал. Вот она. Да, построить ее. Ну вот, в принципе, так выглядит церковь. Эть! Такой у нас еще мостик есть через трамвайные пути. Да, вот придумал такие фонари еще. Такие церковные, в общем-то. Ну да. Вот. Ну что, пошли внутрь? Ну так вот, церковь снаружи, что у нас имеется такие вот два маленьких купола и один огромный купол с крестом. Крест такой у нас. Ну вот, давайте зайдем внутрь. Да-да, пошли внутрь, погоди меня, и я падаю. Та-да! Где? Все, я здесь. Ну вот, в принципе, такая у нас церковь внутри. Тут у нас скамейки, где там люди читают молитву. Там, не знаю, вот священник, во. Священник читает молитву. Проповедь и... слушает. Да, слушает проповедь. Ну, тут и такая люстра лежит. Большая. Да, кстати, вот люстра тоже огромная. Для священия используется. Вот. Ну, книжные полочки с Библией. Там Библия, да, тоже хотел сказать. Ну, тут у нас еще картины. Вот, а тут у нас свечки стоят. Там, не знаю, за кого-нибудь можно поставить свечку. Тут еще пару книжных полок стоит. С Библией. Вот, люстра еще имеется. Ну, в принципе, вот, та, вот этот отдел тоже, в принципе, такой же. Ну да. Вот, тут все так же. Ну вот, это были все обновления на данный выпуск. Согласитесь, ну, выпуск получился небольшой. Просто время прижимает опять. Да, все-таки говорит, постой, церковь, постой. Ну вот, пожалуйста, ну получите, вот. Распишитесь. Вы хотели, вы получили. Да. Ну вот. Такие у нас были обновления. С вами был Скелетор и... Фрейс. Всем удачи. Всем пока.